Сниму на видео, как молодежь отдыхает. Ну, скорее всего, молодежь, ну куда-то отдыхать старикам. Костерчик тут ночью жгли. Вот смотрите, как это все красиво выглядит. То есть, в кавычках, красиво. Ну ладно, это так. А, ну давайте покажу, что там дальше. За поворотом. Я пробежал 2,5 километра. По голосу слышно, да? Сейчас вот пойду по такому рапидику пройдусь. Люди купаются. How you doing, man? Good? Not too bad. Вот это все под водой обычно. Здесь обычно текет вода, она примерно даже выше вот этих столбиков поднимается. И летом, и осенью тем более. А сейчас речка пересохла. Сегодня такая погода, просто оттас. Вчера было уже тепло, но вчера были тучки. А сегодня на небе вообще туч нет. А, нет, есть, но очень мало. Ох, как далеко можно сегодня зайти. Я вчера тоже сюда заходил. Делал несколько фоток отсюда. Но вчера их не выложил. Что-то не помню. Почему? Так, ну вот все. Здесь финал. Дальше идти нельзя. Дальше текет речка. Вода прозрачная. Не знаю, видно что-то у вас под водой будет на видео. Опа! Камни под ногами. Под ноги не смотрю, смотрю на экран. Может, какую рыбку увижу. Потом. Вот там я был. До этого места от дома примерно 2,5 километра. Я бегу, потом прохожусь там по тому парапетику, где сейчас там парень купается. Потому что дальше вода. Даже и вот тут вода под этими ногами. Вот под моими ногами. Кого я там снимаю, не знаю. Что там получится на видео, потом будем смотреть. Что-то мне там говорит тетка, которая из приложения Nike Plus. Я бегаю с приложением Nike Plus. Раньше бегал с Runkeeper, потом перешел на Nike. Как бы немножко мне получше она понравилась. И вот на Nike уже бегаю, не знаю сколько, 1,5 тысячи, наверное, больше набегал. Так, ну не знаю, стоит ли писать дальше. Там люди купаются с той стороны. Thank you. Ни разу не пробовал, кстати, купаться в этой речке. Она холодная. Но сейчас дно видно. А так вода. Бывает, что вот это место, где я сейчас нахожусь, оно затоплено. И тут вот вода через идет. Так, ладно, начал я снимать по поводу вот этого бардака. Ими закончу. Вот так вот тут ночью кто-то повеселился. А-та-та! Я побежал дальше, вот туда.